Друзья, привет! Я Фикс Прайс на Большевиков 33, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары в этом магазине. Начну с отдела сада-огорода. Сюда также поступили новинки. Приятного вам просмотра! Сюда также поступили сумки-холодильники 25 на 26-29 сантиметров. Застегиваются на молнию, две длинных ручки. Внутри алюминиевая фольга. 174,50. Несколько расцветок. Поступили светильники садовые на солнечных батарейках 44 сантиметра. Для активации светильника необходимо снять плафон, аккуратно повернув его против часовой стрелки. Потом переместить переключатель в нужное положение. 149 рублей. И вот такие светильнички еще поступили 38,5 сантиметра. Также стоят 149 рублей. Стали поступать саженцы плодовых кустарников, крыжовник русский желтый, кисло-сладкий вкус, крыжовник сливовый, жимолость урожайная. И еще потом нашла виноград краса севера урожайный. 99 рублей. Опрыскиватель с помпой, объем 1 литр, Россия 199 рублей. Поступили очень симпатичные термометры садовые, крепятся на присоску, и состав ПВХ, стекло и полистирол. Нашла два дизайна, 116 рублей. Пистолет-распылитель с тремя коннекторами, 7 режимов полива, 174,50. Нить для подвязки растений 100 метров, сделана из хлопка. Несколько расцветок, 59 рублей. Пила садовая, длина лезвия 18 сантиметров, для обрезки веток до 10 сантиметров. Состав лезвия сталь, ручка сделана из полипропилена, 79 рублей. Пленка укрывная 3 метра на 1,4 метра, подойдет для сада-огорода, для ремонта, для упаковки, 99 рублей. Укрывной материал 6 на 1,5 метра, материал полиэстер 83 рубля. Крючки для садовых инструментов 5 штук, крепление в комплекте 10 саморезов, максимальный вес 10 килограммов. Сталь 99 рублей. Декорация садовая, вот такой очаровательный гусь, того и гляди, взлетит. Материал керамика 133 рубля. Интересная кормушка для птиц, крепится на три присоски, она с дозатором, наверху емкость наполняете семечками, семенами, и вот по этой трубочке семена опускаются в нижнюю кормушку. Состав полистирол и ПВХ, пока без цены. А это декорация садовая аист, он очень большой. Ножки красные сделаны из углеродистой стали, остальное полипропилен, также пока без цены. Побелка клеевая сухая для сада 79 рублей. Вновь поступили третий или четвертый раз вот эти вазы. Мне они очень нравятся, все расцветки 399 рублей. Оригинальный подсвечник, называется Basic, высота 17 сантиметров, это натрий, кальций, силикатное стекло. Изготовлено в России, город Бор, 149 рублей. Органайзер для косметики и аксессуаров двухъярусный, в каждом ярусе несколько отделений с крышками, 249 рублей. Вот такой органайзер был когда-то в продаже для ватных дисков, для палочек, отделение есть для косметики, 249 рублей, три расцветки. Часы-будильник в виде антикварных часов, работает от батарейки, которой нет в комплекте. Есть подсветка, световой поток 10 люменов, ручка установки текущего времени и времени звукового сигнала. Есть белые, вот такие салатовые, серенькие, сиреневые, черные, 249 рублей.
Лампа светодиодная, 36 ламп, с пультом управления, дистанция до 2 метров. Цоколь Е27. Можно регулировать яркость белого света и режим освещения. 16 цветов освещения. Световой поток 270 люменов. Работает от батарейки, которая есть в комплекте, 249 рублей. Светильник светодиодный с пультом управления, с держателем для пульта. Работает от 5 батареек, которых нет в комплекте. С помощью пульта можно управлять светильником на расстоянии до 6 метров. Крепится на двусторонний скотч. Он есть в наборе. 299 рублей. Разные расцветки. Мягкие, как будто надутые сумочки. Сюда также поступили. Есть карман сбоку на молнии. Большое отделение на молнии. Размер 30/18. Ремень регулируется. Вот такие расцветки. 299 рублей. Шарик для стирки верхней одежды. 59 рублей. Разные расцветки. Набор для ванной комнаты, 3 предмета. Емкость для мыла жидкого, стакан и мыльница. 2 расцветки привезли, 174,50. Вешалки для брюк и юбок, 2 штуки в наборе. Нержавеющей стали полипропилен, 99 рублей. Разные расцветки. Вешалки антискользящие, 5 штук в наборе. Нержавеющей стали ПВХ, 127 рублей по карте фикс прайс. 3 расцветки. Вешалки для детской одежды, 3 штуки в наборе. Размер 31,5 см. 2 расцветки, 99 рублей. Вешалка деревянная с металлическим крючком, 69 рублей. Эти точно быстро разберут. Новинка, коробка универсальная, двухсекционная с ручкой. Размер 24/16.10 см. Нашла 2 дизайна. Подходит только для хозяйственных мелочей. В данном случае предлагает поместить туда рукоделие. Вот я ее разобрала. Нижний контейнер 2 литра, верхний поменьше 1 литр. Между собой скрепится на замки и закрывается крышкой. Также на замок. Москва, 149 рублей. Органайзер двухсторонний, 22/8 см и 4. Также Москва, Бытпласт, 99 рублей. Крышки откидываются, внутри несколько секций, и в нижнем отделении, и в верхнем. И также закрывается на защелке. 99 рублей. Тряпки для уборки 40/60 см. Материал полиэстер, все с цветочным принтом. Цветочки везде разные, но такие уже яркие, летние. 79 рублей. Сюда также поступили коврики преддверные 45/70 см. Я вам уже показывала. Тяжелые. Состав ПВХ и полиэстер. Вот такой букет с лавандой красивый. 299 рублей, 3 варианта дизайна. А это новинка, полотенце махровое 50/90 см с красивым орнаментом. Это хлопок, производитель Республика Узбекистан. Такие вот красивые расцветки, 299 рублей. Носочки женские, в этот раз с собачками, 50% хлопок, размер 36 по 40. Расцветки разные, их очень много, а собачки везде одинаковые, 99 рублей. Это тоже новые носочки, 50% хлопок, 36-40. Не пойму, тут какой-то водоем, лилии, что-то такое, 79 рублей. Очень легкие галоши сюда привезли, высокие. 2 расцветки. Зима закончилась, а поступили меховые теплые штанишки для дома. Брюки женские, вот такие вот меховые с двух сторон. Материал полиэстер, 349 рублей. И такие вот расцветки. Светло-бежевые, светло-светло-серые и вот такие яркие. 349.
Ёршики для туалета 34 сантиметра. Три расцветки 124 рубля. Поступили наборы совок с резинкой плюс щетка. Ворс мягкий. Посмотрите, какие расцветки красивые. 116 рублей. Водосгон всегда поступает весной. Качественный, хороший. 55 рублей. Две расцветки. Совок с резинкой без щетки 29,50. Металлическая коллекция для ванной кухни. Посмотрите, почти все разобрали. А угловая полка осталась совсем одна. А теперь посмотрим на новинки, поищем. В отделе посуда. Обратите внимание, пара с жемчужинкой осталась совсем одна. Голубая. Вновь поступили блюда 32 сантиметра от люминарку, прочиненное стекло. Отлично изготовленная для подачи пирогов, пиццы, да чего угодно. 299 рублей. Как вам такая новинка? Это палочка для приготовления блинов, для распределения теста, дерева и бамбук. 27,50. Вот как-то обходились без нее. Думаю, переживем. Френч-прессы опять приехали. 610 мл, боросиликатное стекло, нержавеющая сталь и полипропилен. 299 рублей. Набор прямоугольных контейнеров на 2,7 литра и 1,7 литров. Есть мерная шкала «Россия» 174,50, крышки разного цвета. Кружки приехали из последней коллекции. Вот такие рифленые стенки, 360 мл, керамика, две расцветки, 116 рублей. Тарелочка из опалого стекла 15 сантиметров, 41,50. Доски вновь привезли, классные, мне они нравятся. 35 на 24,5, 199 рублей. Кружка с гранями, красивая, глянцевая, с белой серединки, 380 мл, это керамика, 83 рубля, сиреневые, темно-коричневые, желтые. И вот такие кружки с гранями привезли, тут уже цветная серединка, 380 мл, керамика, три расцветки, 83 рубля. Поступила серия гелей для душа от Синергетик с натуральными компонентами. Первый – питательный с маслом миндаля, 380 мл. Второй – бодрящий, мятная свежесть, изготовитель Нижний Новгород. И третий – пробуждающий, чайная роза, густой, 199 рублей. Шампунь от Синергетик против выпадения волос для ломких, сухих и истонченных волос. Зеленое кофе и имбирь. 400 мл, 249 рублей. Рискнула и купила я себе такой шампунь. У меня волосы сухие, густые, немного вьются. Ну, рискнула. И знаете, мне очень понравилось. Волосы мягкие, не утяжеленные. Шампунь очень густой и ненавязчивый, приятный аромат. Так что пробуйте, покупайте. Мне понравился. Друзья, спасибо большое за внимание. А мы продолжаем прогулку по Юсуповскому дворцу. И сейчас мы входим в танцевальный зал. Друзья, я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам самого хорошего и пока. Гуляйте без меня, любуйтесь, напитывайтесь красотой. Да.
старинные фотографии. Mm-hmm.